Это мирная демонстрация против оккупации. Наша цель — привлечь внимание западных стран к нашей проблеме и оказать давление на Россию, чтобы прекратилась оккупация как украинских территорий, так и Грузии, которая хочет быть членом НАТО и Европейского Союза. Это голос молодежи, голос грузинского народа, который хочет мира и прекращения оккупации наших земель.